время пришло, Иисус был крещен, и сошел Божий Дух, и поведен был Иисус и в пустыню испытать, чтоб его там пробыв 40 дней, Иисус не ел ничего. Просто у меня попроси, и
царства твои. Но Иисус сказал, написано, Богу одному служи, только для Него живи. Невозможно служить двум, и мамоне, и Ему. Поклонюсь я лишь Отцу, только Богу своему. Для Него живу, лишь Ему служу, Богу своему. Им одним дышу, им одним живу, лишь Его Благословит вас Господь. Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И я с вами во все дни до скончания века. Аминь.